Хоба, привет, с вами доктор Влад, у нас минус 7, и ветер еще сильнее, чем вчера. На улице зябко, мы сходили с собаками. Вообще у меня сегодня день большой, меня сегодня в эфире не будет, ну, в смысле, вот я контролирую, смотрю комментарии, потому что я целый день проведу в своей квартире. Сейчас мы кое-что отвезем туда. И надо будет уже собирать потихонечку. Там стул пришел компьютерный. Сегодня должна кровать прийти. Ну, новая, конечно. Потому что, ну, здесь что? Здесь кровать огромная. Конечно, я брать туда не буду. Она просто не поместится. Там квартира односпальная, как говорят в Америке. Но там, конечно, не только спальня. Там кухня, там зал немаленький. Туалет, ну вот так. Сегодня буду там обретаться. Ну ладно, я потом все покажу. Ну, может быть, даже сегодня поснимаю. Если будет время, потому что мне уже мы на тот адрес заказали вот эту кровать. Да, работы много. Ну ладно, давайте к новостям. Хотя для меня, конечно, это главные новости. Вот. Я не думаю, что я надолго пропаду из эфира. Ну, так вот, время от времени туда будем ездить, что-то отвозить, что-то собирать, что-то как-то обустраиваться, а потом последним этапом собаки, конечно. В США, между тем, выявили 1 000 000 случаев коронавируса за сутки. Ребята, за сутки более 1 000 000 человек заразились коронавирусом. Я полез смотреть в свой график. И здесь, да, 1 000 000, вот, ну просто вот 1 000 000, даже с какими-то копеечками. Даже в нашем штате 90 тысяч за одни сутки. Так, а здесь вот я сейчас показать все. Так, 1 017 376. Прикиньте, да? Так, конечно, здесь я без маски хожу. Вот, а там придется маску надевать, когда с собаками идешь, потому что проходишь через подъезд там. Ну, там многоквартирный такой дом. Ну, поймете все, я еще расскажу. Ладно. Так, что у нас тут еще? А у нас еще создан назальный спрей для стимуляции работы мозга и против деменции. Прикиньте, да? А знаете, на основе чего он создан? Вы будете смеяться. На основе виноградных косточек. Какой-то там есть ресвератрол. Вот. И помогает, противодействует развитию деменции у человека. Но у него, оказывается, есть противопоказания. Он негативно воздействует на печень. Поэтому его нельзя принимать, если печень уже поражена. Ну, например, если бухали всю жизнь. Да, ну, что-то, хоть что-то, ёлы-палы. Ну, ладно. Хорошо. От деменции раньше ничего не было. Так, ДТП с автобусом в Белоруссии. Пострадали 25 россиян. Что они там делали, я не знаю. Четверо госпитализировано, трое в тяжелом состоянии. Так, вот уже число пострадавших выросло до 41 человека. Так, а это что такое? Министр обороны США сдал положительный тест на коронавирус 19. Ну, вот если воевать, так прямо сейчас, когда министр обороны лежит, да, остается на карантине, ну, лежит. Байдена чуть не снесло с трапа из-за снежной пурги в США. Да, вот он по трапу идет и чуть не свалился. А Путин не летает на самолетах, нет? У меня сразу мысль. Ну ничего. Покачнулся, взялся за поручень и пошел. Так, а это что такое? Генпрокуратуру США вызвала для дачи показаний детей Трампа. Прикиньте, да.
о деятельности и возможном мошенничестве их папаши. Так, Путин поручил подумать над... Вообще звучит, да, поручил подумать над закрытием шахт с высоким риском аварий. Так все надо закрывать сразу. Так, США заявили о готовности решительно ответить в случае, если Москва нанесет удар по Киеву. Ну да, будут защищать Киев, да, Украину. Кремль ответил на слухи о бронежилете на Путине во время новогоднего обращения. Песков назвал пургой слухи о том, что Путин был в бронежилете. Ну надо же. Ну хорошо. Так, глава Минобороны Эстонии заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы. Да, вот так вот. Угу. Синоптик Вильфанд пообещал сильные снегопады в ЦФО, ну, Центральный федеральный округ, 4-5 января. Но если вы там живете, и как раз сегодня 4 января. Скончался, о, ребята, я знаю этого парня, скончался трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев. Такой нормальный был парень, да, трехкратный олимпийский, прикиньте. Да. Сколько ему было? 76. Вот такие дела. Жалко мужика, он действительно классный мужик. В Казахстане отключили свет в городе, где проходит стихийный митинг в Актау. Мне уже написали, кстати, в комментариях. Отключили свет. Сообщили, что произошло аварийное высоковольтное отключение. А знаете, что они протестуют? Против повышения цен на газ. Вот так. В казахстанский город на фоне газовых протестов перебросили военную авиацию. Так, какие? Российские? Нет, ну просто, нет, не говорят. Самолет, два самолета военно-транспортной авиации. Перебрасывают силовиков. Опа. Ну, держитесь там. А, на Вашингтон обрушился снежный буран. Ну, я вам говорил уже, что даже самого Байдена чуть не, это, не сбросило с самолета. С трапа. Так. Байки из склепа. Из склепа. Новый год на первом. Они восстали и пришли. Ну, это вот опять эти вот старичьё все пело там. Боже мой. Вы, наверное, смотрели, да? Газманов, ну тут все вот эти вот Батяня Комбат, вы знаете, да? Этот еще Валерий Леонтьев, Дельтаплан, ну все-все, Маша Распутина, Люба Успенская, ну все вот эти вот Пресняков, боже мой, боже! Так, президент Российской академии наук считает, что пандемия войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. Ну, войдет когда-нибудь. Лет через 40 примерно. Это я так думаю. Так, пробочный сбор. Что будет с ценами на алкоголь в новом году? Неравномерное подорожание. Причем вот чем крепче, тем дороже. Пиво подорожает меньше всего. А водка, коньяк. Так. Москвичка едва не погибла в Новый год из-за рыбы. Какую-то она ела рыбу, тунца, и с ней стало плохо. Все, прям все стало плохо. Голова стала звенеть и болеть, сердце застучалось. И потом она стала такой красноватой, как будто обогрела. Да. Аллергическая реакция какая-то, с тунца, да, он был свежий вполне, но в рыбах скумбриевых пород при определенных неправильных условиях хранения скапливается, ну, какая-то гадость, гистидин. Понятно, да, аллергия. А, даже не аллергия, интоксикация гистамином. Лечения нет, летальные исходы бывают.
Ранее в Москве подполковника МВД отравили радиоактивным таллием. Москва уже пошла, да. Ну, скоро по всему Союзу начнется, да. Ну, России в смысле. А это что такое валенки? А, Москва лишилась последнего украинского репортера. Это кого? Роман Цимбалюк решил уехать на родину вскоре после того, как получил приглашение на беседу от прокурора Москвы. Все. Разжигал ненависть. Уехал. Так, ну это какая-то вообще ерунда. В Умбе, я не знаю, где такой город, Мурманская область. В Умбе зарезали бандита, на которого жители жаловались Путину. Прикиньте, заголовочек, да? Какой-то бандит, обращались везде, даже к президенту РФ, проблема не решалась, они его, опа, все, сами. Так, выяснилось, что в браке с Петросяном у Елены Степаненко был тайный роман на стороне. Да кто ж на нее польстится? Да ну это фигня какая-то. Так, не ослабляет хватку. Коронавирус выявили у политиков и звезд спорта. Ой, кого только нету, боже мой. Так, министр обороны США, ну я вам говорил тут, Роналдо, Серхио Рико, если вы играете в футбол или просто интересуетесь, Лионель Месси, мама родная. Так, елочный круговорот. Акции по утилизации праздничных деревьев стартовали в России. Еще какая-то фигня. Сбор и утилизация новогодних елок. Можно даже это деньги какие-то получить. Ну или во всяком случае, тут написано, какую пользу можно получить при их сдаче на переработку. Ну, новое что-то. А, это что, Твиттер у меня. Ну, ребята, так, если вы стоите, сядьте. Цитируют Суркова. Суркова, знаете, да? Станет ли искусственный интеллект православным? Будет ли искусственный интеллект отмечать Рождество? Возможно ли явление Христа в машине? Боже мой. Ладно, все. Так, в Мурманске, это Твиттер, уничтожили 434,4 килограмма санкционного сыра и масла из Финляндии, Дании и Норвегии. Ну, уничтожили-то, наверное, 0,4, да? А все остальное сожрали между собой. Так, Китай с 1 января начал пускать контейнерные грузы в Германию по маршруту, который обходит Беларусь. Произошло то, что и должно было произойти. Это уже даже не намек. Нифига себе. Так, китайцы. Загремел в больничку с камнями в желчном. Вокруг хищные хирурги с плотоядными взглядами, ручки в нетерпении потирают. Кто знает, можно этот пузырь не удалять и жить счастливо. Ну, не знаю. Плотоядные хирурги. Ужас, да? Идет КВН, шутка про Путина со смыслом, что он долго у власти. В зале тишина, боятся даже смеяться. Невзоров о войне России с Украиной. Будет позор еще хуже, чем в Чечне. Смотрите, какое сравнение, да? Интересно. Живой еще Невзоров. Старенький стал. Так, это что такое? Зато у нас космос, говорили они. Зато мы ракеты строим, говорили они. Нет, серьезно, это какой-то беспросветный писец. США начали кормить оставшихся без еды российских космонавтов. Запасы провизии россиян на МКС закончились из-за переноса запуска. Ничего, да, американцы окорочками, наверное, космическими. Так, пришел сегодня в магазин. Литр химического молока 91 руб. Батон 50 руб. Вы офонарили там? С Новым годом. Так.
В США доступно уголовное дело, ну, в открытом доступе, депутата Госдумы Бутиной, которая была осуждена за оказание эскорт-услуг без лицензии. Ну, то есть, это проституцией, по сути, занималась. Бутина сотрудничала с ФБР и сдала всех американцев, с которыми она работала, всех российских кураторов, все пароли и аккаунты. Срок был назначен минимальный. А сейчас она в Российской Думе, да. Так, что тут еще? Жителям Сургута в морозы предлагают погреться в павильонах на остановках за 99 рублей. А если нет денег, то замерзайте на морозе. А вас не удивляет, что некто, профессор Соловей, до сих пор не иностранный агент? Татьяна, как с утра встает, сразу слушает Соловея. Интересно. Давно уже. Так. Желаем... пожелания новогодние интересные. Желаем всем в этом году, чтобы эта зараза, которая мучает нас уже не один год, наконец закончилась. Ну и чтобы совсем уж было все хорошо. И коронавирус пусть тоже закончится. Тоненько, да? И у нас опять Леон, посмотрите. Арго! Все, ребята, пока. Итак, поем все вместе. На-на-на-най-на-най. 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 Да-ра-дай-дарай. На-ра-дарай-дарай. Дарай-дарай-дарай. Арго, разве путь твой ближе, чем дорога млечная? Арго, о каких потерях плачет птица встречная? Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлука и странствий, знамя вечное. Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлука и странствий, знамя вечное. На-на-на-на-най-на-най. На-на-на-най-на-най. На-ра-на-рай-на-рай. На-ра-да-да-рай. На-на-на-на-на-рай. На-ра-да-рай-да-рай. На-ра-да-рай-да-рай. Да-ра-да-да-рай. Арго, да пошлет нам небо путь с луной и звездами. Арго, если сникнет парус, мы ударим веслами. Что ж, в конце концов, путь вся цепь привов. Вот что нам открыли зимы с веснами. Что ж, в конце концов, путь вся цепь гребцов. Вот что нам открыли зимы с веснами. На-на-на-най-на-най. На-на-да-рай-на-най. На-на-да-рай-на-най. На-на-да-рай. На-на-да-рай-на-най. На-на-да-рай-на-най. Вот нам открыли путь зимы с веснами.